Меня зовут Ремезов Александр, мне 21 год, в клубе «Аэрополк» занимаюсь 7 месяцев. Здесь из нас делают не только бойцов, но и настоящих патриотов, любящих свою страну и историю. Когда я пришел в этот клуб, я не ожидал здесь увидеть, точнее, ожидал увидеть просто секцию, но вместо этого увидел большую сплоченную семью, которые готовы помочь друг другу в любую трудную минуту. От предстоящего боя я жду, естественно, только победы. И надеюсь, что мы с моим оппонентом сможем показать достойный бой. Саша, я слышал, ты реально владеешь битбоксом? Да, владею. Ну, давай попробуй что-нибудь нам изобразить. Alexander!